Украденные миллионы разыскивают в Красноуфимске. Неизвестные сегодня ночью проникли в помещение с банкоматом. Предположительно, автогеном вскрыли аппарат и исчезли с места преступления незамеченными. С крупной добычей. Ориентировочно, говорит, 8 миллионов. Потому что на днях заряжали этот банкомат-то деньгами. В 20-х числах дают зарплату железнодорожникам. Сколько там? Где-то 3000 человек, короче, пользуются этим банкоматом. Вероятно, к преступлению налетчики готовились тщательно. До сих пор о них ничего не известно. В доме, в котором установлен банкомат, ночью ничего не слышали. В поле зрения камер видеонаблюдения грабители тоже не попали. Сообщается, что проникли они через окно, на нем не было решеток. И потом уже, вероятно, сваркой вскрыли аппарат. Полицейские начали проверку. Эту новость нам сообщили телезрители. Если вам есть что рассказать, звоните по телефону 8 800 300 3009. Помните, что события объявили охоту за новостями. И за каждую ценную информацию вас ждет денежное вознаграждение.